Всем привет, ребята! С вами я, Нубик в Майнкрафте, и сегодня я наконец-то продолжу выживать в этом мире, где на меня все время всякие странные цунами нападают. Вот. Короче, вы, наверное, помните, что в прошлой серии мы наконец-то спаслись от цунами из золотых блоков. Я, в общем-то, выжил, и все у нас было очень хорошо. И, короче, ребята, в этой серии к нам должен присоединиться профессионал, и мы, я надеюсь, сможем все-таки уже сегодня сломать этот дурацкий, самый большой генератор цунами, и все у нас будет хорошо, вот, поэтому что же, профессионал должен появиться уже очень скоро вот в этом портале. О, смотрите! Вытащите меня отсюда, пожалуйста, спасите меня, я застрял! А что ты тут делаешь, профессионал? О, ну бас, это ты что ли, помоги мне, вытащи меня! Давай, давай, сейчас сломай блок, выходи быстрее, а что ты тут делал вообще? Так я застрял в этой фигне, это что вообще такое? А, так я эти блоки специально поставил, чтобы из нижнего мира ко мне не телепортировали всякие свинозомби, понял? А, ну да, понял. Я, кстати, когда там шел, там было столько свинозомби, просто жесть. Да, 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 я с тобой согласен, их просто миллионы. Ну ты, пожалуйста, закрой портал, чтобы к нам никто не пришел, вот. А, хорошо, хорошо, вот так. Вот, и короче, что я тебя хотел спросить-то, ты достал все нужные вещи для ломания генератора цунами? Конечно, достал, и даже побольше, чем нужно. Да, а что ты достал, покажи мне. Смотри, что у меня есть, вот эта вот фигня, знаешь, что это? А что это такое? Это джетпак. Ничего себе, джетпак, а что ты, на нем летать что ли можно? Смотри, как он работает, ну посмотри, опа, полетели. Ух ты, ничего себе! А чё ты умер-то? Это чё вообще такое было? Чё за дела? Я не знаю, ты просто взял и взорвался. Тебе, походу, продали какой-то бракованный джетпак. Ну блин, походу так и есть, прикинь, я, короче, заплатил за него 1 000 000 алмазных блоков. Чё, серьезно? Да, офигеть, мне какую-то бракованную фигню продали. Офигеть, тебя походу обманули, на тебе все твои ресурсы. Да. И короче, у тебя вообще что есть, кроме этого бракованного джетпака-то? Ну да, короче, смотри, у меня есть вот это, знаешь, что это такое? Ой, это киркан, да, 1000 уровень, да? Нет, ну бас, ты ошибаешься очень сильно. А чё это такое тогда? Это кирка на 1 000 000 уровень. Ничего себе, 1 000 000 уровень, а дай мне посмотреть, пожалуйста. Нет, не дам, это слишком профессиональная кирка, ну бам, нельзя держать. Слышь ты, ну да. И ладно, а чё у тебя еще есть кроме кирки, все что ли, ничего нету? Не, ну я, короче, взял несколько зелек тебе дать. Зелек? Да, давай, давай, у меня как раз их не было. Зелька силы, всего лишь 3 минуты, так что мы должны очень быстро сломать. И еще зелька скорости, вот, держи. О, спасибо, все, я думаю, мы тогда 100% сломаем сегодня этот дурацкий генератор, да? Да, еще у меня есть зелька огнестойкости, но только... одна для себя. А мне зельку огнестойкости, там же везде лава, как я буду там плавать-то, а? Я не знаю, ну бас, ты исправишься. Ты только о себе думаешь, какашка профессиональная, ну и ладно. Короче, смотрите, что хочу сказать. Тут появились 2 дерева, видишь, да? Ничего себе, 2 дерева. Да, одно золотое, одно алмазное. Ну, алмазное ты видел, а золотое я построил в прошлой серии. Ух ты, нифига, ну бас, смотри, тут золотое яблоко. Золотое яблоко, покажи мне. Да, офигеть, вот это дерево, конечно, магическое. Вау, дай мне золотое яблоко. Нет, не дам, с каких пор я тебе выдержу. Так дал. Это мое золотое дерево, это мое яблоко получается, понял? Так я его подобрал, отстань от меня. Ну и ладно, ну и фиг с тобой. О, ничего себе, а знаешь, что я нашел? Нифига себе, у тебя супер алмазное яблоко. Да, супер алмазное яблоко, а ты лошара, понял, да? Так давай меняться, на тебе золотой так. А, ну кстати, да, можно поменяться, на тебе, держи алмазное яблоко. Держи эту фигню, нафиг она мне нужна. Это ты сам фигня, она супер крутой. Ты чё мне украл? Отдай мне, слышишь, ты у меня 2 яблока украл. Отдай, я тебе сказал. Это мои яблоки. Нет, это мое яблоко, дай сюда. Ну, наконец-то ты мое яблоко отдал. Задолбали меня уже троллить, какашка. Да. Да, я тебе говорю. Короче, смотри, я тебе хотел показать то, что у меня выпал снег, наконец-то. Потому что как-никак уже скоро Новый год, все дела. Но я не понимаю, почему его так мало. Ты только посмотри. Ну да, это как-то странно вообще. На самом деле уже зима вовсю, а снег у тебя только здесь выпал. Да, это очень странно, но знаешь что? С этого снега можно добыть снежки, а после чего скрафтить крутого снеговика. Как тебе такая идея? Слушай, ну это в принципе нормальная идея, только когда мы цунами с тобой пойдем ломать? А, цунами, да уже очень скоро, сейчас я накопаю немножечко снега. О, блин, у меня лопата сломалась. Ну ты лошара. Ну и ладно, я зато в тебя могу снежками покидать, а чё ты не откидываешься, слышь? Ну ладно, ну бас, не переживай.
Я не знаю зачем, но я взял с собой кучу снега. На, держи. О, ничего себе, спасибо. Правда, я не знаю, зачем ты его реально взял, но ты молодец. Короче, давай мы как раз-таки из этого снега сейчас построим крутого снеговика. Но сначала я хочу тебе продемонстрировать, как работает кирка на миллионный уровень. Ничего себе, миллионный уровень, ну давай, покажи, да. Давай. Она реально крутая. Давай, иди сюда. Она очень крутая, только встань подальше, а то я тебя сейчас скопаю. Ничего себе, ладно, давай подальше встану. Она что, такая мощная, что ли? Да-да-да, смотри, короче. Давай, раз, я смотрю. Два, три. О, ничего себе, это ты с помощью одного взмаха кирки сделал? Да-да-да, именно так. Ничего себе, она такая мощная, что ли? Да, мы с помощью нее вот так вот очень легко сломаем генератор цунами. Вау, да-да-да, с тобой согласен, реально просто с одной тычки сломаем дурацкий генератор. Вот это ты молодец, что добыл эту кирку. Ну, короче, давай тогда мы сейчас по-быстренькому построим снеговика и уже будем отправляться к цунами, вот. Правда, у меня нету пуговиц, чтобы нацепить на снеговика. И что мы тогда будем делать? Так а зачем тебе пуговицы? Ты что, дурак, что ли? Ну, чтоб красиво было. О, а у тебя тыква есть? Да, у меня есть тыква. На, держи, поставь ее на снеговика. Вау, вот это круто, спасибо. А, ну ладно, давай поставим и... О, ничего себе, у нас снеговик получился живой, походу, смотри. Ты чё, дурак, Нубас? Ты чё, не знал, что снеговики живые, что ли? Да, я не знал, что они существуют. Ничего себе, он такой прикольный. Я думал, он будет неживым. Вау, вот это да. А ну-ка, я его ударю разок. Да, он безобидный, это круто. Ну, короче, я тебе уже предлагаю наконец-то пойти и сломать этот дурацкий генератор цунами. Как тебе идея? Да, это вообще очень хорошая идея. Вот, поэтому что же? О, ничего себе, смотри, снеговик свалился в твою яму. Нифига себе, вот он лошадь. Жарок, они... Да, прям как ты. Блин, я тебе не получилось скинуть. Ну ладно, ладно. Короче, я тебе что хочу сказать. Давай мы вначале снарядимся, да? Да, только ты мне сначала верни мою броню, которую... А, броню, точняк. Я ж тебе ее не отдал. На, держи. Только прости, у меня нету ботинок и шапки, потому что у меня монстры украли. Как такое могло произойти? Ты что, дурак, что ли? Ну прости, профессионал, я ж случайно. Эх, ну ладно, ничего страшного. А ты с собой какую броню возьмешь тогда? А я с тобой возьму, наверное, земляную броню. Да, точняк, я ее уже припас. Она находится вот в этом сундучке. Да, вот она, смотри, какая она крутая. Крутая, да ты мне так смешно, как Нубас вообще. Слышь, ты сам профессионал вообще, иди отсюда, я тебя закрою в бункере. Будешь там сидеть. Ты что, офигел? Выпусти меня отсюда, дурак! Нет, все, я пойду один ломать генератор. А, стойте, у меня же нету кирки. Ладно, ладно, выходи, выходи. Ну все тогда, пойдем. Да, пойдем, я закрою дверь. И, в принципе, надеюсь, мои животные выживут. Мы успеем вовремя прибежать обратно домой, пока на нас цунами не нападет. И поэтому что же, отправляемся. Ух, ну наконец-то мы уже нашли этот замок. Поэтому давай, профессионал, ты вот тут сделаешь подкоп. Мы сюда забежим и... ничего себе. Слышь, ты чё меня бьешь? Ну, Бас, ты офигел, что ли? Тут какой-то невидимый монстр, походу. Только у меня меча никакого нету. О, ты его убил, красава. А у тебя, случаем, нету какого-нибудь оружия, а то я с собой вообще ничего не взял. Конечно, ну Бас, специально для тебя алмазный меч. О, спасибо, красава, что ты его взял. Короче, да. Давай, проламывай здесь проход, мы с тобой сюда вбежим и наконец-то уже все сломаем. Так, тут по-прежнему эти дурацкие монстры, но ничего страшного. Давай тогда прямо сейчас выпьем зельки, скушаем также свои золотые яблоки и уже будем нападать. Вот так, ну и чё, как пойдем? Я, короче, поплыл. Ну да, у тебя же зелька огнестой. Ну и мне вообще так-то пофигу, зато у меня у яблока тоже есть такой эффект, который позволяет мне не гореть в лаве, поэтому твоя зелька бесполезна, понял? Да твое яблоко тоже бесполезно. Ну и ладно, короче, все, давай быстренько ныряем. И, кстати, ты заметил, что здесь генерируется новое цунами из снега. Офигеть, вот это да, специально под Новый год цунами. Да, походу, цунами из снега. Короче, ладно, хватит разговоров, давай по моей команде мы наконец-то сломаем эту дурацкую генераторскую фигню. Да, я готов, наконец-то. Давай, три... 2, 1, ломай ее, давай, профессионал. О, да, наконец-то, только, а почему половина сломалась? А что за фигня, оно не ломается больше. Не ломается? А почему оно не ломается? Походу, кирка сломалась. Кирка сломалась, блин, получается, тебе нужно ее чинить, да? Ну, видимо, да, слишком уж крепкий генератор оказался.
Ладно, нужно отсюда быстрее валить, потому что мне кажется, что уже скоро реально будет генерироваться новое цунами из снега, поэтому давай быстрее валить отсюда. Ну да, давай валим, опа, вот так! О, ничего себе, ты как крутой спрыгнул вообще, чувак. Ладно, да. Я тоже спрыгну вот сюда, и короче, давай быстрее вылазим отсюда, пока мы не сгорели, пока нас эти монстры не убили, а ну-ка. Ух, все, наконец-то я выбрался, давай вот тут вход закроем, чтобы они к нам не прошли. И пока что, смотри, цунами нету, это очень хорошо, поэтому у нас есть время прибежать обратно домой. Так, ты за мной, да, молодец. Короче, ничего себе, смотри. Офигеть, это что вообще такое? Какие там монстры опять? Да, снежные монстры, просто пипец. И тут какой-то гигантский снеговик. А может он добрый, а ну-ка, давайте это проверим, ребята. О, он злой, профессионал, помогай. Вот это да. Пипец, он, наверное, очень сильный, он реально такой большой. Но ничего, ребята, у меня есть ловушка, поэтому, профессионал, ты их пока что отвлекай, а я сейчас бегаю за зажигалкой, и мы их взорвем, хорошо? Да-да-да, давай, быстрее, меня сейчас убьют вообще. Да-да-да, я уже тут, давай быстрее заманим их на ТНТ, я его подожгу, и им точно не поздоровится. Так, я его поджигаю, и сейчас они точно взорвутся, давай-давай-давай. Блин, он не взорвался. О, это как офигеть. Так-то? Да, я его добил, все. Быстрее добиваем последнего монстра и... Ух, смотри, с этого снеговика выпала куча снега. Не, ну на самом деле мы реально быстро с ними разобрались. Это очень хорошо, но очень жалко, что... О, ничего себе, цунами снега. Оно уже близко. Да, и что делать будем с тобой? А, я не знаю, наверное, нужно спасти моих животных, быстрее, профессионал. А то они унесутся цунами и будет вообще нехорошо. Давай быстрее, помогай мне их спасать. Зачем помогать, если можно искупаться в цунами? Ты что делаешь? Профессионал, ты фигнёй какой-то страдаешь. Лучше бы помог мне моих животных спасти. А ну-ка, так, свинка, быстрее туда. И последняя корова. Да, я в принципе успеваю, поэтому мне твоя помощь не нужна, понял, да? Я пока тут искупаюсь, Ну и ладно, купайся. Все, ребят, наконец-то я спас своих животных. Получай снежками, лошара. О, а что цунами уже так близко? Оно же только что было очень далеко. Что за дела? Профессионал, нам срочно нужно убегать отсюда. Да куда убегать? Оно мирное цунами, я пойду. Купаться в нем. Купаться пойдешь? Ты что, сумасшедший, что ли? Ты куда? Блин, ребят, профессионал куда-то скрылся за этим снегом. Нужно его, наверное, спасти. А ну-ка, где ты там? А, привет, профессионал. Я тут купаюсь. Я тут купаюсь вообще без брони. Мне нормально. Нормально тебе, да? Ну ты даешь, конечно. Ну нафиг, не. Я лучше, пожалуй, сюда свалю, потому что это какое-то сумасшествие купаться в цунами. А мне нормально. Нормально тебе. Ничего себе, ты умер. Почему я умер? Да потому что этот цунами, оно очень злое и очень плохое. Ну ты даешь, конечно, ладно. Сейчас я спасу твою броню и нужно быстрее валить домой. Блин, я умер. Блин, я, короче, дурак вообще по полному облажался. Да, давай быстрее забирай свои вещи и беги ко мне домой. А я пока закрою вот тут, короче, дырки, чтобы цунами к нам в дом не проникло. И все у нас будет хорошо. Давай быстрее, быстрее, профессионал. Я, к сожалению, не все вещи забрал, я не успеваю. Ну ладно, главное, что ты кирку на миллионный уровень забрал, это самое главное, поэтому давай быстрее заходи ко мне и... Ух, все, мы спаслись, наконец-то. Короче, ты, конечно, вообще даешь. А ты что, надел мои штаны, а ну-ка отдай мою броню. Это, короче, все, что осталось от брони. А все остальное цунами поглотило. Ничего себе, пипец. Ну ладно, ничего страшного. Потом я новые вещи скрафчу. Главное, что мы с тобой спасли моих животных. Также разрушили половину генератора цунами. Это очень хорошо. И надеюсь, в следующей серии мы починим твою кирку. И уже до конца доломаем эту фигню дурацкую. Вот, поэтому, ребята, на этом мы с профессионалом будем уже заканчивать. Да, получать велошара. С вами были мы, Нубик и профессионал. Всем пока, получай себе.